المرأة إذا حاضت يحرم عليها الصلاة. И женщина, если она у нее начинается хайд, то для нее становится недозволенным совершать молитву. والطواف. Также нельзя делать таваф вокруг, поход вокруг Кабы. ومس المصحف يعني هي لا تمس المصحف لكن ممكن أن تأخذ مثلا بمنديل بخرقة أو تقرأ من الجوال لا إشكال في هذا. نعم. Либо же и также во время месячной, говорит, женщине не допускать, чтобы она брала Куран в руки, мусхав. То есть, однако, говорит, если она возьмет через какие-то салфетки его, или же будет читать с телефона, то в этом проблем нет. بعض النساء يعني تظن أن إذا حاضت لا تقرأ القرآن. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله أن المرأة إذا حاضت لا تقرأ القرآن. لا يمنعها. Также некоторые женщины думают, что если у нее начался хайд, то она не должна читать Куран во время хайда. Говорит, не пришло такого, говорит, ни в Куране, говорит, ни от пророка сам, что женщина во время хайда не читает Куран. Хайд не является, говорит, препятствием для чтения Курана. То есть проблем нет, если она будет читать Куран с телефона, да?